Белинский, так все же, чем ты себя кормишь? А то ты нас учишь всему, а сам-то? Расскажу, какие я пью энергетики и что ем. Погнали! Я далеко не святой в плане еды, не придерживаюсь часто вообще. Могу на завтрак съесть пельмени, а на ужин вообще доставку заказать. Но не всегда, конечно. Часто делаю запретные дни, чтобы легче они проходили. Мы с другом играем в игру «Не сматерись». Это если ты за день произнес больше 5 матов, то следующие 24 часа ты сидишь, например, на кефире. Пью энергетики, да, в основном это хоткэт, особенно зеленый. Драйв люблю, считаю одним из самых лучших и дешевых энергетиков. Ну и если есть деньги, беру адреналин раш. Хочу похудеть, но, как всегда, найдутся 1000 причин. А что ешь ты?